возможно, если на одно слово заменить вот этот, ну, горловое пение, это вообще там чувак, это тонну баксов, что ли, там какие-то он эти методики продает. А вот этот тикета, это полный. Хорошо бы было, если бы все мелодии были на одно, как вот эти танголом Курёкина. Тики-ха-ха, ум-ум, ха-ха-ха, тики или ку... А, ку, блядь, ку-ку-ха-ха или что-то. Но я найду потом это танголом еще тоже. А вот этот тикета я стал, у меня аж сны, блядь, про какую-то Австралию стали. Наверное, типа это, раскрывается вот эти два... А какой-то горловой, это самый, как типа как орган, встает петь и стоит позаниматься с месяцок. Ну и, короче, у меня что-то, какие-то банальщины стали вылезать на это. Мало того, что струны перестроили строить на всех гитарах сразу. Мы сидим гладая ночи в пещере у костра и рисуем, кто что хочет, чем-то вроде угорка. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, те, кто верил в чудеса. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, набивая тик-кита, тик-кита. Если кто захочет ту пещеру отыскать, пробуждает три дня ночь и останется. Где бабайкам есть числа, даже если он захочет, не найдет пути назад. Thank you.